Ну вот, сливы отстояли в холодильнике ночь и пустили собственный сок. Вот так это выглядит. Теперь мне нужно размешать, чтобы весь сахар хорошенько растворился. Теперь наше варенье можно ставить на огонь. Как только оно немного подогреется, я всыплю туда оставшийся сахар и буду варить до закипания. После закипания я оставлю его еще провариться минут на 15-20. Поехали! Беру кило на кило, 3 килограмма слив на 3 килограмма сахара. Вот так вот все высыпаем. И слегка можно так перемешать. Это еще не весь сахар, еще есть 1 килограмм. Сейчас это чуть подтает, я насыплю остальное. Подожду немножко. Вот прошло буквально несколько минут, и сахар уже подтаял. Можно продолжать засыпать последнюю порцию.
слегка чуть-чуть подмешать, чтобы он улегся. После того, как варенье закипело, убавляю газ и оставляю его провариться еще минут 10-15. Еще 15 минут. Теперь пену нужно снять и оставить варенье остывать на 8 часов. Варенье настоялось 8 часов, и сейчас я его опять ставлю на огонь, чтобы оно закипело. Вот такое густенькое уже стало варенье. Оно очень густое. Варенье у меня выстоялось вновь 8 часов. Я ставлю его последний раз вариться на огонь. И получится у меня вот такое густое-густое варенье. Оно уже, как видите, густое, но будет еще гуще. Такое варенье можно класть в выпечку запросто. Как варенье закипит, держу его на огне еще минут 15 и все, и выключаю. Можно заворачивать его в банки. Все, друзья мои, варенье проварилось 15 минут после закипания. И вот такое вот густое, ну, оно будет густее, когда застынет. Густое варенье у меня получилось. Смотрите, что у меня получилось. Вот две баночки, одна двухлитровая, вторая полуторалитровая и одна вот такая, ну, где-то здесь будет 400-граммовая баночка, выходит такая мисочка. Варенье получилось очень таким красивым, насыщенным цветом, посмотрите. Насыщенный цвет у него такой получился красивый. И вкус не менее замечательный. Он такой в меру кисленький. Я не добавляла сюда абсолютно ни лимонную кислоту, никакие другие пряности. Если вам понравился мой рецепт, подпишитесь на мой канал. Поставьте мне обязательно лайк.
и напишите любой комментарий, какой посчитаете нужным. Всем спасибо за просмотр. Пока!